Итак, приветствую вас снова. Продолжим наш разговор про романтическую удачу. Когда девушка обращается ко мне с вопросом, как будут складываться ее отношения с молодым человеком, или почему они не складываются на данный момент, или почему возникают определенные сложности в взаимоотношениях, я всегда смотрю еще нумерологию. То есть я беру ее дату рождения. Там, да, вот ее дата рождения, его дата рождения. И смотрю, как вот его дата рождения, как люди себя ведут в тех или иных ситуациях. Помимо этого, если мы не знаем полностью дату рождения, мне нужно достаточно, в каком году она родилась, например, да, ну, например, в каком году он родился. Что из этого можно видеть? Отношения между молодыми людьми достаточно сложные. И девушка никак не может разорвать эти отношения по причине того, что якобы она его очень сильно любит. Что на самом деле происходит? На самом деле, если сделать определенные расчеты, мы смотрим на что? Здесь достаточно большое количество восьмерок, что говорит о том, что она достаточно ригидная. То есть живет стереотипами, и ей очень тяжело сделать какие-то новые шаги, те, которые она никогда не делала. Страх гораздо сильнее нее в момент решения той или иной ситуации. Он же ее постоянно провоцирует, постоянно вызывает ее на конфликт, постоянно умеет доказать ее неправоту, чем вызывает ее чувство вины. Она переживает, еще больше начинает за ним ухаживать, отдавать ему свое тепло, свое внимание, свое терпение. А он, в конце концов, что делает? Часто его решение, его ситуации – это уход. И что в такой ситуации можно порекомендовать? Это убрать шор из глаз, открыть книжки и изучить новые методы решения таких ситуаций. Потому что действовать всегда по одному и тому же сценарию, наступать на одни и те же грабли, наша жизнь девичья не такая уж длинная. Поэтому зацикливаться на одном совершенно не стоит. Изучайте себя, применяйте новые знания и будьте счастливы. С вами была Дина Орехова.